Маленький наш. В Сочи, конечно, проблема. Мы гуляем по Навагинской улице. Пальмы такие толстые. Хорошо поет, да? Дай мне посмотреть. Так, приехали мы на пляж Ривьера. Песок какой-то черный тут, да, ужасный. Мы приехали к Моремолу. Ну, что-то мне кажется, что она не просто хочет. Настя не успела. А вот у нас уже друзья тут появились. Вот этот особенно любит играться. Маленький наш. Блин, реально вообще. Балуются. Баловные какие. Ребят, в общем, мы проснулись. Третий у нас день сегодня. Вот, у нас еще везение. Живем же мы на 10 этаже. Вот, и... Со вчерашнего дня у нас не работает лифт. Сегодня светит солнце, небо ясное. Вот, поэтому, возможно, мы сейчас поедем погуляем по городу, да, Настя, пока погода хорошая. С парковочными местами в Сочи, конечно, проблема. Ну, сейчас здесь где-нибудь припаркуемся, значит. Тут вот можно, наверное, да? Знака не было. Мы гуляем по Навагинской улице. Пальмы такие толстые. Первый раз такие вижу вообще, если честно. Прежде по Навагинской улице ходил транспорт. В преддверии Олимпийских игр ее сделали пешеходной и облагородили. Здесь можно увидеть современные дома, красивые растения, необычные скульптуры и фонтаны. Работают многочисленные торговые комплексы. Кафе, рестораны и прочие увеселительные заведения. Happy New Year. А на улице пальмы, да, солнце. Совсем не сочетается с песней. Да, елочка среди пальм. Так, а это что у них тут? Администрация центрального внутригородского района города Сочи. Идем гуляем, ребят. Вам снимаем. Тут еще акустика такая. Катались уже. Прогулка на яхте. На яхте вытянулся. Катались уже. Обзорный экскурс. На часик, на 40. Шампанское, подарок. Я поняла. Шикарную прогулку, присоединяйтесь. Спасибо, катались уже. Можно продолжать? Да уже катались. Значит, нужно на диктофон записать. Уже катались, чтобы включать. В море прокатиться приглашаю на яхте красивую морскую прогулку. Ребята, на прогулку у моря индивидуально составили группу. Пойдемте, молодые. Приглашаем на красивой яхте прокатиться. Китов, дельфинов. Дай мне посмотреть.
яхте есть желание покататься? Вчера катались, спасибо. Ребят, ходите. Нет, достали уже. Че? На самокатах едут. Собачки спят под шум воды, греются. Так, приехали мы на пляж Ривьера называется. Сейчас хотим пройтись до него. С парковками тут, как и везде, проблема. Так, ну я не знаю, что, наверное, в ту сторону куда-то пойдем. А, алло. Да вот мы, в принципе, уже вот на пляже. О, нет, там не ёлок. Рыбная таверна. Барабуля на закате. Название. Очень интересное такое. Где находитесь? Море спокойное. Да, погода сегодня, в отличие от двух первых дней, ясная, хорошая. С Новым годом, ребят. Взаимно, спасибо. Здесь ремонт какой-то. Так, ну, собственно, вот он, пляж Ривьера. Поснимаю вам сейчас пляж. Тут, я не знаю, особо ничего такого интересного, да? Развалины, вон, посмотри. Здесь единственное только название красивое, Ривьера. Больше ничего тут красивого нет. Вон здание. Да, там вообще вот стройка, какие-то разваленные здания. Вот, собственно, море в январе 2020 года. Песок какой-то черный тут, да, ужасный. Слушай, Настя, а вон смотри, шпиль. Да блин. Блин, я не видел. Ну, в общем, вот такой вот пляж, ребят, Ривьера. Тут особо и снимать нечего. В общем, мы приехали обратно домой, хотим отдохнуть чуть. Дома сейчас поваляемся, чай попьем, короче. Вот, а вечером поедем, наверное, в Моремолл съездим. Мы приехали к Моремоллу, машину поставили, еле-еле, причем поставили на парковке, все места заняты. Вот представьте, сколько места и негде стать здесь. Есть там подземный паркинг, я не знаю, мы туда не стали заезжать, потому что может и там не быть мест. И чтобы не кружиться, нашли тут место. Машину поставили, вот сейчас идем в это огромное здание. Ну, Настя хочет погулять, говорит, просто.
Ну, что-то мне кажется, что она не просто хочет погулять, а что-нибудь купить. Вот, поэтому все, идем внутрь. И дальше уже там продолжим снимать. Настя не успела. Потому что ты перед всеми была на голове. Так, ну что, куда идем? Прямо. Иначе меня собьют, да? Так, скорее всего, что, на второй этаж или здесь? О, а ты первый не хочешь? Он двухэтажный, да? Ребят, ну а мы немного пошопились, я уже не стал это в подробностях снимать. С Настей не соскучишься в этом плане. Пойдемте, я вам еще раз покажу красивый фонтан, и мы поедем отдыхать и монтировать вам следующий выпуск. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк и пишите комментарии. Этим самым вы поможете продвинуть видео в топ. Все ссылки на наши странички в соцсетях, а также мой второй канал будут в описании к видео. Всех обнял, до скорой встречи в следующем видосе.